Ну что, катаны, с вами Накоджи. Мы продолжаем проходить записи о путешествии вглубь разлома. И, кстати, хочу поправиться. Я назвал вторую часть видео первой, а третью второй, потому что забыл то, что первой частью было начало. Но у меня было снято отдельно, а это я все спутал, потому что одно бесконечное задание. Итак, это получается четвертая часть. Откуда здесь камень душ? Тут теперь больше лагеря нет. Интересно, могу ли отсюда сюда попасть? Что отвлекать как-то дофига. А, да, точно, тут можно свалиться. Здесь были бомбочки, которые я взорвал. Так, грибок, прости, пожалуйста, не подожди, а? Дай я сначала основную цепочку пройду. Ключ. Оу. Ничего себе. Не сэкономили. Вау. Ладно, фея, давайте заберем. Идите через врата и продолжите исследование. Паймон не чувствует ауру, она по запаху определяет. Лень было им новую текстурку делать, поэтому поставили надгробие. Ура! Мы открыли наконец-то всю карту. Так, теперь главное открыть телепорт. Посмотрим, если моего уровня второго хватит, то отлично, если нет, то придется собирать камушки. Цель находится где-то в этой области. Бах. Взял энергию, потратил. Ну, конечно. Не, ну электро это... Мне, конечно, удобно. Мне кажется, надо гидро еще добавить в группу. И что ты мне хочешь, чтобы я тебе сделал? Постоял рядом с... позаряжал? Небось...
Именно этого оно и хочет. Мне кажется, или я слайм услышу. Не знаю, что-то вот смотрю на эти камушки, мне вспоминается Lineage 2, башня Крума. Мне там тоже приходилось. Ну там лазить нигде не приходилось, у линейки такого нет, но как-то оно напоминает. Вот. Щелки зеленым заполнить вообще один в один будет. Там, правда, по-моему, когда обновили башню Крума, она стала вся эта без поломов. Старая, мне кажется, она как раз была такая вся в трещинку, типа. Типа в трещинку. Так, все точки телепортации открыты. А, он сам сломался. Новый дроп с мобов появился. Мрачные статуэтки. Так. Тыкнуть, да? Чан. Это не тыкнуть! Это не пальчиком. А вот и червяк. Здравствуйте. Знаете, вот это, в стилистике, не знаю, Бордерлендса, что ли? Манг.
Вообще, мне кажется, это просто капитан тех хаосных мобов. Гаон Тейкону Тамэни. Упс. Урона, конечно, немного, но... но много. Ух. Взяла, сломала. Нормально так. Взяла реликвию древнюю, испортила, испоганила. А? Я чё не... А. Опять столб? Я, кстати, думал, то, что это столб Анема Архонта. Судя по всему, не Анема. Это вот такое у меня отношение к данному патчу. История большая. Этот регион, ну если не считать вот и Надзумы как таковой, мне кажется, может посоперничать с обновлением, когда добавляли 2.1. Когда добавили два острова, но мне кажется, в целом разлом верхний плюс нижний будет даже побольше. Не уверен, не уверен. Ну ладно. Наверное, все.